Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать. Всем доброе-доброе утро, позитива, настроения. Вот такой вот интересный сегодня завтрак готовит Максим. У каждого своя яичница, заметили? Все готовят по-разному. Я все делаю по отдельности. Он делает таким слоеным пирогом, все друг на друга. Ну, в общем, Мишась тут нас чай наливает, кто чем занят, в общем... Будем сейчас завтракать. Ну, в общем, я быстренько позавтракала, собралась и вот жду маму. Мы с ней едем в офис Oriflame. Покажу ее заказик. У нас минус 2 на улице. Но так как солнышка нет, абсолютно ничего не тает. Очень скользко, очень скользко. Я, так как вчера приехала домой, ну, поздно возвращалась, и парковаться было, собственно говоря, уже негде, потому что все уже давным-давно вернулись с работы. И припарковала машину далеко от дома. И вот сейчас, пока дошла, все, что вчера было лужами, сегодня это лед. И плюс лед замерзший, вот, в общем, невозможно идти. И, в общем-то, пока не тает, такой ветерок холодный. Сейчас поедем, посмотрим я заказик. Сейчас едем в офис даже раньше, чем график работы. Ну, то, что у меня там еще много разных дел, и поэтому, ну, я знаю, что вы ждете заказ, и вам интересно посмотреть. Мне самое интересное, что там мама заказала, что мне там заказывают, и я поэтому собралась, нарядилась, и вот еду для того, чтобы снять для вас ее заказ. Надеюсь, вам будет интересно. В общем, жду. Мама говорит, я уже одета, готова, но, видать, так скользко, что мама тоже еле-еле-еле идет. Я говорю, я машину оставила вот там-то, там-то. Вот. Приходится вот так вот палантином закрывать все-таки тоналка. Вот постоянно вот здесь вот эта тоналка, постоянно что-то стираешь, что-то делаешь, что вот только стирала и опять. Не знаю, и фиксаторы макияжа, и все равно... Тональный крем, в общем-то, пачкается, поэтому как-то приходится вот так вот выходить из положения. О, мама идет. О, пакет с пустыми баночками несет. Значит, надо будет снимать видео о ее пустых баночках. Мама так со всех сторон посмотрела, как машина стоит. Ничего хорошего, такой лед. И как бы добраться. Ну вот. Ну что, в багажник кидай. Ну, спрашивают. Кидай, конечно, куда-нибудь. Так что, в общем-то, надо будет снимать видео о пустых баночках. Накопилось. Я ей уже говорю, принеси пустые баночки. Я их сниму. Вот. Поэтому красота. Что, скользко? Очень. Очень. Я сама еле дошла. Вот честное слово. И еще юбка узкая. Не шагнуть. Ну ты что? Говорит, юбка узкая, вообще, говорит, не шагнуть. Ты еще на бугор. На каблучках. А, на бугор. Да. Еле взобралась. Вообще, бугры. Руки узкая, юбка и скользко. Как передвигаться? Да. Еще и ветер, глаза слезятся. Вот то же самое. Ну что, ладно, поедем. Времени ограничено вообще просто у меня. В общем, все, бегом-бегом. Ну, мы с вами уже в офисе компании Oriflame. Мама получила свой заказ. Сейчас я вам его покажу. Это заказ у нее номер 2 по вот этому 4-му каталогу. И хочу что сказать вам. У меня под видео поступили комментарии такие, что девушка заказала украшение Норхен. И что-то вот она расстроилась, у нее что-то случилось. И, кстати, не только одна, мне еще другая девушка из моей структуры писала, что что-то случилось, но я своей командой сразу активно работаю, сразу же отвечаю на любые сложившиеся и заданные вопросы, само собой. Я своей, конечно же, сразу же девушке написала, что это не проблема, не переживай, не расстраивайся. Все, что угодно. Аксессуары, украшения Норхен, косметика, декоративная или уходовая, все что-либо, все можно вернуть, заменить, и в этом нет никаких проблем. Поэтому еще раз хочу вам повторить, что если вдруг вам пришло что-либо и ненадлежащего качества при транспортировке, не знаю, там сломалось, лопнуло, помялось,
Вы все вправе сдать, заменить. Все это решается в офисе, оформляется накладная на возврат, или претензия оформляется, претензия на возврат или на замену. И все. Это вот не стоит даже расстраиваться, просто нужно это сделать. Заменить или вернуть. И компания за все то мое время, сколько я сотрудничаю с компанией Oriflame, ну, не было ни одного раза, чтобы мне что-то не вернули, не заменили, не приняли. Ну, то есть я такого не припомню, поэтому не стоит расстраиваться и даже что-то в этом плане. Еще следующий вопрос. Я вам показывала вот эти вот часы, я купила себе в каталоге Норхен. И у меня спрашивали, что на запястье 16, от 16, потому что я, значит, вот здесь застегнула на вторую дырочку. Первая дырочка еще свободна, поэтому если чуть-чуть поменьше у вас, чем мое запястье, там 15, там чуть-чуть и чуть-чуть, то вам тоже будет на... Ну, хорошо. И еще посмотрите, сколько еще дырочек вот здесь. Поэтому вы сможете абсолютно нормально одеть и пользоваться. По поводу замены этого браслета. Если, значит, у вас он будет снашиваться, не знаю, возможно ли его заменить или нет, но... Если вот возможно найти вот эти кожаные ремешки, такие подходящие по ширине, я думаю, что возможно заменить. Ну что, давайте посмотрим уже мамин дозаказ по этому каталогу. Думаю, что это для вас была полезная информация, потому что вы спрашивали, задавали, все это актуально, также и часы, также и возвраты, все это очень актуально. Так, по... Значит, из печатного пришла только вот эта вот акция, сейчас действует. Сейчас очень интересное, выгодное предложение для новичков. Все те, кто еще не зарегистрирован, кто не имеет дисконта, кто не имеет возможности приобретать продукцию компании Oriflame по выгодной цене и со скидкой, присоединяйтесь, ссылочку оставлю в инфобоксе. Или мне пишите в соцсети, я обязательно с вами свяжусь, все вам подробно расскажу, и вы будете в курсе всех-всех акций. Вы сейчас как новый консультант можете получить вот здесь, я не знаю, есть или нет. Вот на выбор шаг один, вот аромат Экла или мужской, или женский, потом дальше проходить шаги и получать вот такие вот подарки. Самое, что очень важно, вы еще сможете заказать новинку, многофункциональную вот такую вот тушь 5 в 1 The One, и приобрести ее, и ваша регистрация будет бесплатной, и сможете пройти стартовую программу. Самое главное, в течение 72 часов после момента регистрации вам нужно это все осуществить, ну, потом в дальнейшем вы тоже можете все это также делать, но для того, чтобы вам вот как бы сразу включиться, сразу заказать, сразу получить, активировать свой личный кабинет, ну, будут вопросы, пишите, задавайте, я вам обязательно отвечу. Так, ну что, давайте по заказу. И первое, что я увидела, у мамы есть в заказе один из ароматов, который представлен вот здесь, вот в серединке каталога, который представлен по хорошей цене. 499 рублей. Здесь 50 мл гуава, ландыш и кедр. Цветочный, фруктовый, восточный. Сразу скажу, это я заказывала, подарила ее, почему-то мимо меня она как-то прошла, вот абсолютно. Это, знаете, свежий аромат с аккордом гуавы, ландыша и кедром. Освежает, значит, отражение солнечных летних дней, проведенных с друзьями на пляже и вашей чистотой, искренней дружбой. У меня вот обычный был Friendwald, мне он... А может быть, еще и не закончился. Вы знаете, я уже, если честно, потерялась немножко в своей коллекции ароматов. У меня их действительно много. Я их храню вот в коробочках. Раньше выбрасывала, теперь я оставляю в коробочках. И вот что-то уже потерялось. Мне кажется, закончился у меня. Но вот этот как-то у меня прошел вот так вот. Здесь гуава, ландыш и кедр. Я его подарила, но цена очень хорошая. 499 рублей для зарегистрированных. Вы понимаете, что эта цена будет еще... То есть привлекательнее, еще доступнее и очень-очень выгодно. Из декоративной, так, косметики здесь много всего, но давайте посмотрим серия Royal Velvet. И здесь у нас
интенсивно подтягивающие капсулы для лица, 28 штук. Здесь таких, значит, капсулки, которые одной капсулы хватает на лицо и на шею, на область декольте. Вы распределяете, и это напитывает вашу кожу. Капсулы, конечно же, ну, я бы больше порекомендовала использовать все-таки в вечернем уходе, для того, чтобы у вас все-таки она работала, для того, если вы делаете макияж, если вам будет все-таки от капсулки немножко жирновато, чтобы этого не было, хотя впитывается очень хорошо и быстро. Но, в общем-то, я в основном капсулы использую всегда как-то вот в вечернем все-таки уходе. Очень эффективный, действенный, и не зря они так и называются, интенсивно подтягивающие капсулы для лица. Кто-то использует прям курсом 28 дней подряд, а кто-то использует там перед прям каким-то мероприятием 3-4-5 дней, так это и остается баночка. Ну, в общем, все по вашему вообще вот усмотрению. Следующее, что мы с вами посмотрим, это в заказе. Посмотрите, как выглядит. И это у нас новинка, подводка для глаз. Это у нас The One Wonder Lash. Значит, 329 рублей ее стоимость в каталоге. Здесь у нас кисточка. И вы сможете рисовать любого плана. Там какие стрелки. Значит, есть обозначение стрелок, все как. Но самое главное, что здесь кисточка, и здесь у нас 2,5 миллилитра. Вот такая вот интенсивно будет черный цвет. Следующее, чего много у мамы в заказе, и это, посмотрите, 10 штук. Там получается, что 4 покупаешь туши, 5 в подарок. Еще 4 покупаешь, 5 в подарок. Ну, получается, что у мамы здесь выгодно. 2 туши абсолютно бесплатно. Это очень выгодно. Поэтому, если у вас там заказали, я не знаю, 3 туши, закажите 4-ю тушь, 5-ю вы получите. Ну, это очень... Во-первых, что... Перевыпуск, перезапуск. Все-таки говорят, что немножко она другая. 299 рублей цена ее. Тушь бестселлер, которая продается очень большими количествами постоянно. Эта тушь у нас бывает и водостойкая, и бывает обычная. Она, скажу, мне тоже спрашивали, девчонки, она не осыпается, она не растекается. С помощью нее можно создать и объем, и удлинение, и, ну, то есть, знаете, такой распахнутый взгляд. Кисточка силиконовая, вот такая вот, это вот просто она водостойкая, она внутри голубая, ну, под тушью ее абсолютно не видно. Обе туши в черных оттенках, не сделали никаких там ни коричневых, никаких обе туши в черных оттенках, 299 рублей. В общем, я считаю, что это акция, цена хорошая, плюс еще 5-я бесплатно в подарок, ну... Просто. Следующее, что это три продукта, вот, которые я вам еще хочу показать из таких уходовых продуктов. И, кстати, все три, они вообще ежедневного такого спроса, так скажем, ухода и как без них вообще. Посмотрите, это зубная паста для детей. Она, значит, вкусная, безопасная, очень приятная. И, в общем-то, она, самое главное, что безопасная, с 2 до 6 лет. Ну, я знаю, что и дети даже и пораньше начинают ей чистить, и все, в общем-то, нормально. Мы также вот с младшим начинали чистить ей, и все было хорошо. Следующий тоже продукт для мужчин такого ежедневного, так скажем, использования, это гель после бритья. Очень классно, что сделали вот такую вот серию в плане дизайна оранжевого. Мне кажется, она как-то поднимает настроение, настраивает на позитив, даже сама упаковка. Когда все-таки черное мыло, ну, я как-то, в общем, это как-то грустно так. И мужчина точно найдет свою баночку и не потеряет ее на полочке. Ну и следующий продукт этого, это вообще Фоминей для всей семьи, гель для интимной гигиены успокаивающий. Продукт точно ежедневного использования, вот, и таким, знаете, продуктом, универсальный продукт, который, знаете, вот у меня на беде стоит, я могу с ним, ну, само по назначению, там, помыть ноги, там, еще что-то, даже если вы с ним, не знаю, возьмете эту одну банку куда-то там в дорогу, с ним можно без проблем помыть и тело, ничего не будет, не знаю, помыть на природе можно и посуду, ну, вот, если так экстремально, так скажем, уже использовать, ну, такой вот, с pH-ом, да, с pH сбалансированный. Ну, в общем-то, такой вот универсальный продукт. Ну что,
Мы весь заказ посмотрели. Я ответила, надеюсь, на вопросы, которые мне задавали, которые вас интересовали. Вот поэтому обязательно их задавайте, пишите под видео, в тех видео, которые по тематике подходят к тому или иному формату. Я буду обязательно стараться на них ответить, чтобы вы были в курсе. А может быть, кто-то даже про что-то и не думал, но тоже узнает для себя полезную информацию. Ну все, буду маме отдавать быстренько уже заказ. Дальше побегу по делам. Ну вот, я уже и дома с Максимом промотались. В общем, дело столько переделали. А были в Лакомке в Ленинском районе. Вот такие вкусняшки купили. Сейчас вам покажу всякие разные вкусности. Вчера только заезжали тоже в Лакомку, но на Жукова. Сегодня в другую. Ну, в общем, сейчас все сами посмотрите. Голодные. Есть охота. Чайник сломался. Максим купил, опять запчасть будет чайник ремонтировать. Вот какая-то проблема у этих электрочайников, все-таки вот постоянная проблема с кнопкой. И все. Купил запчасть, сейчас вот поставит новенькую, все соберет обратно, все сделает и будем чай кипятить. Ну, в общем, купили вот такие пироженки. Максим не ест такое сладкое, он говорит, я сейчас не ем. Купили какой-то хлебушек. Как у него название было? Не помню тоже. Тут пирожок. Тут еще разные пирожки, слойки. И вот такую вот штучку хлопец кучерявый. В общем, аромат такой идет. Просто... Или я такая голодная, или аромат такой вам посылаю. В общем, всем приятного аппетита. Сегодня не только у меня насыщенный день, но у Насти тоже. Она сегодня, хоть и каникулы, так как она абитуриент, обучение в художественной школе никто не отменял. И, конечно же, репетиторы. Вот, поэтому вот без 20:09 мы зашли домой. Но еще вот по дороге вот заехали в Пятерку. Кое-что купила, знакомую там свою встретила, очень приятно, с тех времен мы водили сыновей в хоккей, вот, ну, в общем, очень приятно было встретиться с Оксаной, она работает в автошколе, в общем, поболтали, и она говорит, я говорю, а ты что делаешь тут в нашем магазине, я говорю, здесь не... в другом месте, я знаю, что они живут, она говорит, да, а я, говорит, подруга пошла поздравлять с днем рождения, говорит, вот тут соседний там дом. Я спрашиваю, какой? Представляете, оказывается, ее подруга живет в моем подъезде, только пониже. А вот, в общем, очень приятно. Подругу не знаю. Мы не так долго живем, и они не так долго живут в этом подъезде. Позже нас, получается, переехали. Ну, тут как-то так, в общем, интересно. Ну, ладно. Давайте меньше лирики, больше дела. Вот, мне там вопрос еще спрашивали, скажу здесь. Вы, говорит, готовитесь к выпускному или заранее, или в этом году? Конечно, в этом году. Настя 11 класс заканчивает. Почему у нас там куча репетиторов, курсы, там у нас, в общем, вот эта подготовка. Как же, конечно, не заранее, а вот в этом году у нас выпускной. Через несколько месяцев сейчас уже начнутся экзамены и выпускной. Он заканчивает 11 класс, ей 18 год. В этом году 17 будет. Ладно, вот. Потом еще, если кто досмотрит, уже видя это до конца, вот ответ на этот вопрос. А так, давайте уже посмотрим покупочки. Так, ну, в общем-то, это ватные диски. Соевый соус закончился, купила сэм сой классический. До этого был другой. Ну, не знаю, попробую этот. Потом взяла лаваш сделать вкусненькие эти. Так, папа может, колбаса укатывается. Еще папа может филейная. Так, батон. Это Илюшка нас послала за хлебом. Говорит, мам, купи. Вот. Снова вот эти вот акции в Пятерке, начивки. Так, в этот раз... Начивка Спайдермен. Такая симпатичная. Люх, смотри, какая Спайдермен в этот раз. А, вот. Видишь, когда вчера, позавчера были, у них там заканчивались, они не давали.
Смотри, а это вот сегодня до... снова дальше. Так, это я купила три корочки грибы в сметане для салатов. Салатов как раз-таки. Так, это... Ну, это тоже шпроты я на салат купила. Так, чтобы были. А то хочешь сделать и нет. Так, вот красная фасоль, там свежий огурец, эти компашки или кириешки. Вот как раз-таки купила тоже две баночки, чтобы было. То, знаете, когда это вот все просто про запас. Потому что хочешь что-то сделать, надо, чтобы были продукты. А если продуктов нет, бежать в магазин не особо охота. Так, это красная цена. Купила сливки, огурцы, значит, помидоры. Сумка что-то нескончаемая. Илюха кашляет. Смотрите. Так, сливки еще. И сыр купила, какой-то свежий ряд, костромской сыр. В общем, продукты одни и те же в пятерке, ничего нового. Все то же самое, все то же самое. Вот, вот вообще. Так что, в общем, как-то так. Чтобы этот день провели вместе со мной, я вас обнимаю очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.